Нет, я сзади них, типа, снизу сзади них. То есть Не, мне это кажется, лучше сделано. будет взять как объем кадр, что типа они стоят и дорога пустая, типа они реально ждут машину, это будет понятно. Чтобы было То видно есть это на дорожку. высоту Чтобы это не пальмы видно возьми, дороги. вот даже не высоту пальмы, а чуть ниже. Паш, я скидываю скрин. Давай. Давай. Скинь мне этот клеошки, пожалуйста, в личку, а то мне Макс кидал, но я потерял их уже. Сейчас. Вот, Паш. А, не, не тот скрин, сейчас. О, соси губы, тряси. Вот, сейчас скидываю. Алло, ребята, вы же типа против госок? Да, Да. да. А у меня здесь идея в голову пришла, то что лидер ОПГ каждый должен будет иметь как минимум три госорганизации под своей крышей. Бля, боже, у тебя такие тупые Чего? Ты что, идеи дебил? возникают, Сёма. Да. Нет, Типа... не делай такое. Это глупо. Опять ушли. Андрей, скинь мне этот Да я не... Ну, Стива, спроси. Ну, Паша, клёшки, а как то скрин? Нормально, Паш? Паша с Артёмом в другую конфушню. Искать 10 часов придется сейчас по старшему составу, потому что это было давным-давно. Садись ко мне. Боже, давай сяду, короче. Дима, ты где? Я тут стою. Где тут? Я просто... Я, как обычно, ничего не скачал. Макс мне уже третий раз кидает, я опять ничего не качаю. А вы тут тысяч на тысячу сообщений наобщались. А, это же документы считаются, да? Показать вложение. Да, это документы считаются. Красиво, красиво. Как работают эти у нас волшебные штучки? А? Андрей, как эти блайнды, анблайнды работают? И камера. Баланс. Он задремил? Понятно, надо... Где этот О, его говно? тут нету. Паша, это... Так, просто так. Паша тут. Паша. Да, галочки. Все. Кто это делает? Ты что, Но... дебил? А? Что за Что печень случилось? конченая? Конченая печень. Боже, кто по нам стреляет? Ты дал? Я... Ты зачем его дремишь? Это он мне дорогу перегородил. Я сейчас... Андрей, давай ты не будешь убивать всех подряд, пожалуйста. Он дал, он просто дал. Он ПРП его Да он фигней страдает, боже. Так он дал, я еду, он мне дорогу перегородил, а потом еще кричит, я катаемся. Он дал? Я пойду. Вот я достал и убил Короче. его. Андрюх, скрин хороший, смотри, я тебе последнее, смотри, скинул тебе последнее вот эту вот тему, где мы отыгрываем, но тут тебе, я тебе напишу сейчас, начинается все, сообщение типа, значит так, Леха, мля, типа итальянцы уже едут, хотя ты в принципе найдешь, и надо вырезать два вот этих, две строчки с репортером, ну то есть это не сложно для тебя? Где здесь строчки с репортером? Ну посмотри, я тебя Александр... скинул. Александр Филатов? Нет, посмотри, я тебе скинул, вон тот самый. Репортер, две строчки, хуйни написал в чат. А, это да. А ты Вот. в смысле... Ты мне это не скинул или что, ты не скинул вообще? А, все, вижу. Я мне на скрин попил.
Вот, и смотри, здесь начинается все сообщение в 16:41:40. Значит, так, Леха, мля, итальянцы уже едут к нам. Ну, тут по хронологии видно, откуда начало, типа. Верхнее сообщение — это мусор. Мне принимать... И типа надо две строчки вылезать. Мне принимать чё как в ЧС-студии? ЧС чего? Там ТВ-студии. Ну да, какая нам разница на ТВ-студии, мамы. Ну, типа... Окей. Короче, это первый, значит, скрин будет, так? Теперь давай второй. Мы с тобой, наверное, давай общий текст напишем. Или ты напишешь? Типа, мы трещим об этом деле. Напишешь, я не знаю. Напиши ты, пока я напишу. Врываюсь. Покажи мне примеры, скажи мне примеры ваших реплик. Как вы общаетесь, культурно или как быдло? Как быдло. Культурное быдло. Не-не-не, конкретно как быдло? Ну, такое... Нормальное быдло, такое... Пример моего, смотри. Пример моего. Значит так, Лёха, мля, итальянцы уже едут. Сава, хули им надо в этот раз? Вот, ну типа, мы постоянно так общаемся. Вон, каждый раз опаздывают долбоёбы. Ну, у нас вот где-то вот так, да. Ну как, это вот Макс поставил такую установку, и теперь мы так делаем. А, короче, смотри, в чем у меня еще проблема, этот Андрюх. У меня здесь дважды повторяется фраза «игрушку они нам везут, интересную игрушку». Типа, ее надо первую фразу оставить. Вот зачем это нормально звучит, типа, «игрушку они нам везут, интересную игрушку». У меня нет, я дважды эту херь в чат вставил, понял? А, это... нет, это не проблема. То есть вместе как из ТВ-студии надо будет одну вырезать. Короче, ладно, смотри, давай чуть-чуть бояю. В чем суть заключается ситуации? Мы договорились за определенную сумму, что ты мне вот эту херь продашь, правильно, машина? Угу, угу. Как тебя в игре зовут? Только мне нужно сделать типа скрин этой машины за тебя, да? Да. Да, как и фон, типа. Фон вместе с этой машиной просто сразу и мы. Ну ты же мне ее если склеишь, как бы, то, ну, конечно, блядь. Я готов помогать тебе с эсками в таком случае в любой момент, понимаешь? Все окей, я сейчас, мне нужно поменять машину, потому что это говно разбитое уже. Нужно, чтобы красиво было, да? Да-да, меняй, пока я напишу. Как мне отыграть, типа, ты подъезжает... К швейному ателье или к особняку русской мафии, так и отыгрывать. Как к особняку русской мафии. Вы тут? Да. Где мне встать? Тут где-то... Сосед. Банкис. Дима. Возьми там еще пару челиков, типа, чтобы были две машины. Возьми два эликанта.
Франкис. Угу. Довези меня сначала. Ты тут? Хорошо, давай я тебя довезу, пока Паша пишет текст. Франкис. Кто тут? Да, он тут. Еще пробел в 11. Отчет? Да. Франкис, ты проверил отчет? Я вижу, как он проверил. Саня Гамора. Смотри, что Саня Гамора написал. Он вечером сказал, будет проверяться. Не сейчас. А где? Я... Где? Что Саня написал? Вчера. Достал КПК, сфотографировал лицо подозреваемого, прогнал лицо по базе данных. Алло! Я знаю даже, что это такое. А что мои дни остались? Это автополис называется. Да, это тупо достал КПК в русской мафии. Понимаешь, у меня то же самое было, когда я инвайтил чуваков, а у меня стоит этот... отыгровка команд. Пацаны, Гамора это свой пасек, он играет на этом самом, на Фениксе дольше, чем вы знаете о Сампе, блядь, раньше начал играть. КПК у всех госов. Соси. Ну типа не настроил просто этот, и все. Не-не, он по фану. Особняку едь. К нашему или к Рэму? Так это не отредактировать. Проверил, да, вчера в 11. Хорошо проверил. Ребят, у вас первый ранг это смотрящий за мафией, я так понимаю? У нас? Да. Ну да, он разъёбывает сидит. Кто ты такой зашёл к нам? Флойд. Как его? Как тебя звать-то? Флойд. Чё Флойд? Флойд, да. Завтра будем теракт делать. О, у меня 9-й левел, круто. Не варик. В смысле? Флойд, завтра будем делать Флойд теракт на ЦБ. Я не... Да, Флойд. Завтра теракт на ЦБ делаем. Прикольно. Да. Флойд из Украины, чи не? Да. Андрей, у нас тоже из Украины, так что вы можете там на своем хохлядском говорить. Чё там, проверить, дети? Чисто под флешку залетаю. Скидывайте мне 10 миллионов, я пойду гимну Украины. Прикиньте, если бы залететь в караоке и начать петь гимн Украины. Представляю это. Короче, смотри, Андрюх. Андрей, гей. Ладно, я тут, да, я слышу. Повышаю, типа, но... Всем ограбление говёт. Я гей. Повышаю. Андрюх, смотри, как тебе примерно... Я тебе скину в ВК. Примерно вот такое. Ну я хз, я не писал, типа, подходит к Савелию, я эти моменты упускал. Типа, сразу смотрит, говорит, там, что-то, блин. Ты сдавал эти заповеди? Нет. Нормально. А чё, надо? Ну, типа, Кома. На второй ранг надо. Андрюх, давай отыгрывать, заходи быстрее. Господи, мне сложно. Да ща, подожди, меня убили, меня говно убил. А, поняли, у кого есть 5 миллионов, я их сразу же отдам, мне просто надо, чтобы в руке были, я с депозита не могу сейчас снять. Я просто сразу же отдам, мы скрин сделаем с кейсом, и я сразу возвращаю. Кто спрашивает с меня? Ладно, так повыше, наплевать на эти заповеди, все равно потом будет переделываться. Это кто базарнул, Владислав Романов? Отлично, ты знал. Владислав Романов, а что ты хотел от меня? Ну-ка базарни. Так я Савелий, это я. Цензуриши. Да, ты что, не меня
На форуме смотри дальше темы, которые там на повышение идут, и повышайся. Суп. А я, у тебя ранг не забрал, точно, надо ранг забрать. Еще, короче, пасу. Тоже повышен, боже. Флойд, подойди к особняку. Я уже. А тут ты так мне сильно помог, да? Где мой ранг? 380.